Здорово, братишки! Чтоб докачать плечи, вам нужна бутылка. Шучу, не одна бутылка, 4 бутылка. Ладно, это все приколы, пацаны, здорово всем. Для того, чтобы накачать плечи, как-то вот так показывают, какая фигня прилипла. Вот так, короче, показывают плечи. Для того, чтобы накачать плечи, их тут 3 отдела есть. 3 дельты, передняя, средняя и задняя. Чтобы проработать все эти дельты, нужно 4 бутылки, он не врал. Если быть точнее, нам понадобится красный пакет, бутылка кваса, бутылка водички и обязательно нужен желтый пакет. Ни в коем случае не берите другие цвета, только красный и желтый, иначе ничего не получится. В каждый пакет мы ложим по 2 бутылки. Ну вот и все, друзья. Вы накачали плечи. Всем пока. До встречи. Ладно. Я пошутил. Давайте приступим к упражнениям. Для того, чтобы накачать плечи, вам нужно будет в первом упражнении делать махи. Мешками, не гантелями. Поехали. 5 подходиков. Все эти упражнения делаются непрерывно и до отказа. Делайте таких 5 подходов минимум, может даже 6. Мишка, правда? Да. Теперь будет сет. Для этого нам нужно сложить все бутылки в один мешок. Сначала мы делаем отжимания средним хватом. Заметьте, чем выше к голове вы отодвигаете руки, тем больше идет нагрузка на ваши плечи. А теперь после отжиманий моментально делаем вот такое упражнение. Делаем этот сет тоже до отказа, где-то 5-6 подходов. Ну вот и все, друзья, это отличное упражнение на плечи. У меня плечи генетически отстают, поэтому мне нужно бомбить их. Прям 3 раза в неделю, наверное, я не знаю, потому что они довольно сильно отстают. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всего вам хорошего. Пока.